закончили, значит, секатором, да, удалили нижнюю всю лишнюю поросль, которая нам мешает работе. Все убрали, моя куча здесь уже лежит. Теперь мы протираем ствол. Протираем ствол, чтобы работа готова и чиста. Теперь мы берем черенок из холодильника, только-только-только привезенный, еще холодный. Выбираем с него самую красивую почечку. Вытираем нож. Делаем надрез на стволе. Дальше еще один надрез. И выбираем самую интересную почечку. Аккуратно, аккуратно ее срезаем. Вставляем ранее сделанный надрез. Еще чуть подрезаем, чтобы она стала по размеру. Убираем еще почку. Не глубоко режем. И вставляем также еще один надрез. Того у нас два саженца. Теперь берем ленту. Лента растягивается, воздух пропускает. Специальная такая лента. И заматываем очень-очень плотно. Плотно, чтобы воздух не проходил. И наша почка плотно-плотно прилегала и хорошо срасталась. Чтобы оставалось только почечка. Только почечка. И остальные части, чтобы были закрыты. Почему верхнюю часть не обрезаете? Ну, почка развьется, а верхнюю часть не нужна больше. Правильно? Да, конечно. А через год надо, да, его? Вот и все. Добрый час. Здесь мы через 25-го, это было, если не ошибаюсь, 18-го, мы 25-го я сделал перед отправкой к вам, сделал ревизию. Вот видите, почка здесь, она начала развиваться. Но это была одна почка из 20. Вот видите, она зелененькая почка. Это другой, значит, я думаю, что приживаюсь там где, ну, 2-3%. Это не следующее правильно. Потому что после этого наступила жара в тени 40 градусов. И, значит, очень сухость воздуха большая, и я думаю, что они будут абортировать. Будет очень слабая приживаемость. Поэтому я этот метод не применяю. И вам не рекомендую. Тогда же мы занимались перепрививкой даже маточно-черенкового сада. У меня более 8 гектаров маточно-черенкового сада, и господин Танабай черенковым садом ходил. Однако меняется сортовая политика. Когда-то были какие-то сорта, кастужанские, скажем, там, казаху. А сейчас новые сорта, новая линейка. Востребована песчанских, угольничан, подрели. Поэтому вариант один раскорчевать, посадить по-новому. А второй вариант, те сады, которые есть, перепривить. Вот мы их перепривили. Пожалуйста. Вот здесь прививка за кору. Это интересная технология, которая дает 100% рост. Сейчас вы увидите, как через 30.06 вот эти прививки, которые мы делали 14-го, вот как они выглядят. 100% приживаемость, они отлично развиваются. Значит,
есть этот метод тоже можно взять его на вооружение. Вот. Это все хорошо видно. Именно вот эти дополнения я сделал.